Предвыборный марафон в Индии не иначе как грандиозным не назовешь. Голосование проходило без малого 5 недель подряд в 9 этапов. Воспользоваться своим правом голоса могли более 800 миллионов человек. Индию называют крупнейшей демократией в мире. И вот сегодня, в понедельник, последний день голосования. Мы хотим проголосовать за кандидата, который будет открыт для общения. За человека, к которому можно будет запросто прийти, когда возникнут проблемы. Многие избиратели недовольны разгулом коррупции и неспособностью правящей сейчас партии. Индийский национальный конгресс – это партия династии Ганди – решить накопившиеся проблемы в стране. Это правительство было у власти очень долго, и теперь люди ждут перемен. Я надеюсь, что правительство сможет добиться понижения цен и решить проблему коррупции. Мы надеемся, что новые власти принесут что-то лучшее. Правящей партии противостоит оппозиционная Индийская народная партия. Ее лидер – главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди. И победу на выборах эксперты прочат именно ему. Итоги голосования обещают объявить в конце этой недели, 16 мая.